Каждый продавец, который привозит ягоды и грибы для продажи на рынок, обязательно предоставляет продукцию для радиологического исследования, и неважно, где он ее собрал. После того, как получены результаты анализов, продавец получает заключение о праве на реализацию ягод и грибов. Заключение выдается только в день продажи. Благодаря бдительному контролю сотрудников лаборатории, покупатели могут быть уверены, что ягоды и грибы не содержат радионуклидов. Лесные грибы и ягоды следует покупать на рынках или в специализированных магазинах, супермаркетах, так как они там прошли ветеринарно-санитарную экспертизу или сертификацию. Не советую покупать ягоды с рук, в спонтанных торговых точках, так как никто не даст гарантии, что они не содержат радионуклидов. С начала лета на рынке уже продано более 500 килограмм ягод и грибов. Абсолютно вся продукция прошла проверку.